дорогие друзья, мы рады приветствовать вас в футбольном манеже ЦСКА. Весенний проходит матч зимнего по Москве. Напомню, футболисты 2010 года рождения. Наши гости команды Сергеев и Дмитрий Соломин. Никита Горинов, капитан команды номер 4. Дмитрий Мельчинов, номер 7. Давид Саркисянец, номер 14. Иван Никитин, номер 17. Владислав Голов, номер 28. Филат Наумов, номер 34. Эрнест Чихов, номер 55. Александр Шевченко, вратарь команды, номер 61. Иван Кузьмин, номер 69. Матвей Хижняк, номер 75. Абдан Барбар Альбашкевич, номер 96. Старший тренер команды Сухарев. Представляет состав команды ЦСКА в городе Красно-Синий. Игнат Горюев, номер 2. Ашот Казмана, номер 3. Роберт Кочанян, номер 4. Иосиф Ложинский, номер 5. Иван Болгаров, номер 6. Кирилл Дубровин, номер 7. Арсений Чмухов, капитан команды, номер 8. Юрий Скоткулин, номер 9. Ярослав Львовка, номер 10. Никита Чмухов, номер 11. Ярослав Борисов, вратарь команды, номер 91. Старший тренер команды Андрей Пухин. Представляет бригаду арбитров главный судья матча Олег Саковский, помощники судьи Владислав Болдынов и Павел Гудеев. Еще! 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 Е
Субтитры сделал DimaTorzok.
Предупреждение получил от наркоманды Строгина Филат Молодняк, номер 34. Мяч в ворота ЦСКА забил Иван Кузьмин, номер 69. Активно, активно. Илья!
Более покинул игрок команды Сергеева номер 34. Произошла замена. Вместо обвиняемого Барабашковича номер 96 на подружке Александра Иванова номер 26. Thank you.
ЦСКА вперед! Thank you.
Мяч в руку Сергея забил Кирилл Дубровин номер 7.